Рисовать Людмила Медл Медведева начала еще в детстве. С юных лет художница стала выплескивать свои эмоции и мысли на холст. За свою жизнь автор сменила несколько профессий, они и повлияли на творчество в целом. Живопись – это такая сублимация получилась всего того, чем я ранее занималась. Это и театральная декорация, это и керамика, это и все это в живопись попадает. Вот, так что я считаю, что вот моя живопись – она это просто итог моей всей творческой жизни, работы. Художница не боится экспериментов. Каждая картина – это уникальный авторский стиль. Техники исполнения нестандартные. Людмила сама придумывает, как и чем рисовать. Творчество Людмилы Медведевой привлекает своим декоративизмом, своей фактуристостью, своим звонким колоритом и, конечно же, вот этой радостью бытия и влюбленностью в жизнь. Потому что у Люды в каждом работе, буквально в каждой работе, вот песнь бытию. Любимые темы Людмилы Медль Медведевой – цветы и восток. Им посвящены целые циклы работ. Художница признается, есть картины, которые рисуются в мгновение ока, а есть те, на которые требуется время. Там сложная идея и техника исполнения. Здесь очень красивый колорит в любой работе. Здесь прекрасная фактура этих работ. И не только здесь импрессионизм присутствует, конечно, и постимпрессионизм, и наш современный взгляд на жизнь. У Людмилы Медведевой замечательное чувство композиции. Вот композиция, которую она вписывает, казалось бы, иногда целое море цветов, это очень трудно делать. Мне многие работы хотелось бы, чтобы они были у меня дома. Под одной крышей здесь собраны более 100 работ. Каждая не похожа друг на друга. Представленные картины – плод труда последнего десятилетия. Открытие собственной галереи автор специально приурочила ко дню города. Это очень хорошее совпадение, я считаю, знаковое. Я сама севастопольская, уроженка Севастополя. Для меня это мой единственный, самый любимый родной город. И в его день рождения открыть галерею для меня это счастье. Познакомиться с работами художницы можно в студии Медл ежедневно с 12 дня. Она находится на улице Очаковцев, 4. Анастасия Крапивко, Виталий Козловский. Программа «Наше время».